27 октября в памяти этих ребят останется надолго. Сегодня они на целый год прощаются с родными, друзьями и близкими. 9 призывников анапчан пополнили ряды Вооруженных сил России осеннего призыва. Армия научит их дисциплине и главной мужской профессии – родину защищать. На торжественной церемонии проводов по традиции прозвучали приветственные слова представителей администрации, ветеранов боевых действий и других почетных гостей. Мы надеемся, Анапа, как город воинской славы, будет вами гордиться. Мы желаем вам доброй команды, добрых друзей, которые смогут всегда подать руку помощи и подставить плечо дружбы. И хотелось, чтобы этим же составом, более оздоровевшими, возмужавшими, возвратились у нас город воинской славы Анапы. Провожать на службу новобранца Константина Сомова приехали его близкие друзья и родственники. Любая мать переживает за своего ребенка. Ну, растишь всю жизнь для того, чтобы он защищал родину, ну и нас. Главное – здоровье. Остальное все придет по мере того, как он будет в армии служить. Умение и все остальное. Он парень здоровый, умный, поэтому сориентируется в трудных условиях. Каждому из 9 новобранцев отец Геннадий надел нательные крестики и окропил новоявленных солдат святой водой. В этот осенний призыв молодым людям, которые окончили высшее учебное заведение, дается возможность выбора. Они могут, минуя набор по призыву, пойти служить по контракту. В последнее время популярность армии среди молодежи растет. По нынешним, можно судить, призывникам, юристы очень активно захотели идти в армию. Почему? Потому что все прекрасно знают. В мае месяце был принят. Постановление правительства было принято, в котором было сказано, что гражданская и муниципальная служба только при наличии военной службы проходит. И юристы пошли полным ходом. В Анапском военкомате продолжают работу призывные комиссии. Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря. За это время 216 анапчан отправятся служить родине.